Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Прошлой ночью спасатели региона выезжали на пожар в деревню Маканович Речицкого района. Там горел фельдшерско-акушерский пункт. Пострадавших нет, но уже есть предположение, кто виноват в случившемся. Предварительная версия происшедшего пожара – это нарушение правил эксплуатации печного отопления. И что хотелось бы отметить, что предлагалось органами подразделения по чрезвычайным ситуациям устранить нарушение, то есть устроить разделку в данном печном отоплении, что в принципе сделано не было. Соответствующее разбирательство проводится. К виновным должностным лицам со стороны органов государственного пожарного надзора будут приняты жесткие меры. В Мозырьском районе в деревне Бибики на пожаре погиб мужчина. Спасатели выезжали по сообщению сегодня в 4 утра. По прибытии первых подразделений к месту вызова горела крыша бревенчатого дома. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу возле печи было обнаружено тело хозяина дома. Мужчине было чуть больше 30. Пожар ликвидирован спасателями. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем при курении. На Днепре в Речицком районе выловили браконьеров. Мужчины сообразили на троих, только неудачно выбрали место, время и снасти для рыбалки. За выловленные 3,5 килограмма рыбы им придется выплатить государству 3000 белорусских рублей. Расположились на затоне реки Днепр, на территории которой относится к фонду запаса рыболовных угодий Речицкого района. В качестве орудий лова мужчины решили использовать сети и совсем забыли нерадивые добытчики о запрете на лов всех видов рыбы в Гомельской области, который, напомню, действует с 20 марта по 18 мая. Работниками Гомельской областной инспекции охраны животно-растительного мира были задержаны 3 граждан, местных жителей, которые осуществляли незаконную добычу рыбы запрещенными орудиями рыболовства, 3 сетями общей длиной 120 метров. На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа Речицкого РОВД. В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная добыча рыбы с причинением вреда в крупном размере». Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания.